Ребят, с вами Император Prime, и сегодня я хочу рассказать о новости, которая уже, в принципе, как бы висит, ну, вроде бы уже давно, но оказывается не в курсе. Люди некоторые приходят ко мне на стриме, не в курсе, что могут получить на халяву премиумный танк 8 уровня. Сегодня на стриме я показывал, как он фармит, в принципе, со всеми бустами. Ну, до 900 тысяч он вывозит, ну, к примеру, я там нанес 16 тысяч дамага в столкновении, потому что столкновение самое более-менее приносит фарм, ребят. При этом он выдается на 30 дней, и можете вы его получить. То есть, я вот покупал себе, он у меня приобретен, но, тем не менее, я чисто нажал, выполнил, и ничего сложного, вот он у меня второй стоит. То есть, как бы, два я не могу же купить, сами понимаете. Поэтому вот в такой раскраске на 30 дней, ребят, у вас может появиться танк 8 уровня. Ребят, в котором вы можете гонять, в принципе, в любых режимах и фармить себе деньги на новые прем-танки, или у которых нету десяток и тому подобное. Так, что для этого надо сделать? Для этого надо сделать все очень просто. Поехали! Итак, и что же, перешли мы и попали на мою официальную страничку. Что для этого надо сделать? Для этого надо сделать, ребят, все очень просто. Перейти в группу. Переходим в группу официальную Армата. 208 тысяч здесь. Ее очень просто найти. Значок вы вот увидели. И здесь в этой группе вы можете посмотреть разные видео. Обзоры здесь есть. Даже есть мой, ребят, обзор, который недавно загрузился по объекту 640. Вот. Вот. Император Prime решил поделиться обзором объекта 640. Смотрим. Но нам нужен танк, поэтому все очень просто. Здесь под репостом, который закреплен, вот он закреплен, премиумный танк новый. Ребят, МК-7, есть желание, приобретаем. Здесь написано: «Привет, Император, у нас есть для тебя подарок. Кликни по кнопке ниже, чтобы получить отличный танк IMX 10 RCR. Франц на 30 дней и звание знаток Арматы». Поэтому что мы делаем? Нажимаем «Получить танк». И тут все очень просто. Появляется, ребят, у вас вот такая вот темка. Да, репостики, что-то написано. А ты получил в подарок премиум танк? Вот, на 30 дней звание Арматы. Еще нет? Тогда смело переходи на просмотр страницы. Вот, и смотри, как изменилась игра за этот год. И забирай подарки. Поэтому здесь вы просто нажимаете, прям вот так, на вот это нажимаете. И переходите на официальный сайт. Вот. И просто пролистали, и в самом низу можете забрать свой танк, и он появится у вас в течение там 5 минут в ангаре. И можете 30 дней, ребят, фармить в столкновении, в PvP, где душа желает. Поэтому я смотрю, просто многие не в курсе, ребят, поэтому мне вот хотелось поделиться, что вот так вот, короче, да, можно получить на халяву танк. И при этом, ребят, все очень просто надо сделать. Поэтому, если было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. На канале много чего интересного. Также здесь, как добывать орлы в Армате на прокачку 640-й объект, ребят. И все остальное, разные полезные фишки. Все, в принципе, для вас. Ну, жмем на подписку, на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления о стримах новых. Также можете подписаться на группу Император Prime. Вот она, моя официальная группа Император Prime. Ссылочка тоже в описании будет. И здесь же тоже интересные все видео и тому подобное. На этом все, ребят. С вами был Император Prime. Всем удачи, всем пока.